И здравствуйте, товарищи, с вами Сет, и мы продолжаем проходить Мертвый космос. Остановились мы на том, что я вдуплял, что делать здесь в этом астероиде. И, в общем-то, я понял, что делать. Ну, как понял, я посмотрел прохождение. Посмотрел прохождение и понял, что делать. Это логично. Вы бы тоже, думаю, поняли, что делать, если бы посмотрели чье-либо прохождение. Правда, там советовали эти штуки замедлять, но я думаю, я и сам справлюсь. А может и стоит замедлить, чтобы патроны не тратить. Да, вот. Всего-то 9 патронов понадобилось вместо одного, если бы я замедлил. И что мы теперь имеем? Мы имеем то, что у астероида нету поля, и мы должны на него поместить маяк, насколько я понял. Но не все так просто. Видите эти крутящиеся елдовины вокруг него? Вот они, наверное, нас убьют, я так полагаю, если что. Поэтому надо быть особо осторожным. Пум-пум-пум. Ну хорошо, давайте, допустим, вот сейчас они уйдут, и я попробую прыгнуть на астероид. Да, я сделал это, я прямо супер герой. И что мне? Ты-то тут хули забыл, малыш? Так, ну то, что он здесь стоит, это значит только то, что... ну чё ты? Ты будешь высовывать свои эти... Сука! Я тебе ща... Скотина мелкая. Так, вот мы поставили маяк. Это хорошо. А плохо, знаете что? То, что ограниченное количество этих... воздуха. Здесь, я думаю, я не буду уже так экспериментировать и просто расхерачу это говно. Так, еще один. А где еще один? Их же вроде должно быть больше. Или я путаю? Это все? Их всего... Или на другой стороне еще один? Ага, еще один, конечно. У меня, по-моему, есть кислородный баллон, если я не ошибаюсь. Хотя, конечно, я могу ошибаться. Так. Кислородный баллон. Необученный персонал. А я считаюсь обученным персоналом? Или я все-таки необученный? Надеюсь, меня за это время, пока я лечу, не это, не замочат. В смысле, вот эти штуковины. Так, ну вот, а где верх, где низ? Напомните. Вот, это низ. По трупам определяем, где верх, где низ. Так, значит, мы освободили астероид от всех четырех зажимов, или как эти штуковины называются, от четырех. Так, пошли дальше. А дальше нас ждут приключения. Непонятно только, зачем столько патронов вот здесь вот было. Вы помните же, сколько их тут было в той серии. И, ну, их было много, и как-то неоправданно много. Друг, как дела? Ради трех монстров, по-моему, там всего было три монстра в своей моей комнате. Сколько у меня патронов? Я потратил много, но еще немного есть. Ну, конечно, да, конечно, необдуманно я там начал стрелять. Надо было просто на халявным стазисом, тем более, воспользоваться. Тем более, что он халявный. Вот. И теперь у нас есть что? Ёбаный огонь, которого раньше не было. Отлично. Чувак, ты что застрял? Огня раньше не было. Ты что, не переставай идешь? Ты меня пугаешь, братья. Да, вы что, не кончаетесь, что ли? Ебать. Как они меня пугают.
Обед будет подан в столовой через 10 минут. Это что за прикол такой? Ну, вставляйся, китайская хрень. Так. О, патроны. А, верстачок. Может, улучшим костюм? На хпшечке, например, или резачок улучшим на 2. Так, на ущербность я его уже прокачал. А, не знаю, давайте еще вот сюда вот и... Ну, вот сюда вот, например. И потом вот сюда и сюда улучшим. А потом вот сюда и сюда. Это будет самое наиболее эффективное улучшение для него. Можно, конечно, в магазин зайти, но мне что-то впадло. Какой ты некультурный, сука. На тебе пощечину. Ты плохой. Ты очень плохой. Ладно, надоел. Но я все равно... Вот. А... Что мы имеем? Мы имеем теперь вот этот лифтец, в котором, на котором мы раньше не поднимались, но теперь-то я знаю. Ой, там был сейф. Но я думаю, то, что если я умру, то на чекпоинт меня на нормальный кинет. А, говноеды, ненавижу вас. Суки мелкие. О, большой вентилятор. Оттуда может кто-нибудь большой выпрыгнуть. Большие вентиляторы для больших монстров. Почему тут закрыто? А, у меня ключ есть. Ой, чувак, ты что, живой, что ли? Дергается, как живой. Какой хитрец. Ой, еще это для верстака. Так. Мне патроны дают прям специально, чтобы им ноги отстреливать. Типа, чувак, на тебе патронов, только, пожалуйста, отстрели им ноги. Ведь ты любишь это. И они, да, они правы, я люблю это. Отстреливать ноги, это клево. Тем более, им не больно, видите, они как спали в конвульсиях своих, так и спят. Так, тебя нужно нажать. Задание выполнено, астероид. Какой-то он идеально ровный, круглый. Вам не кажется, что таких не бывает? Хотя планеты ровные, круглые. Ну, относительно, естественно. Мне показалось, что сегодня я видела своего брата. Он махал мне рукой, как будто все в порядке. Ты уже рассказывала, что ты сходишь с ума. Отлично. Я оставлю канал открытым, чтобы... А журнал-то называется... Антенна приемника не отвечает. Айс, ты можешь... Интерснеллар. Мы должны починить этот хлам, если хотим узнать, что нам ответили. Конечно, а как иначе-то? Антенна приемника не отвечает. Активирован режим карантина. Где? Отсюда? Вылазь, дружок! Ой, еще один. Все? Ой, тут 4 вентиляции, я только 2 заметил. Ах ты, сука! Это и была ваша опасная аномалия? Видали, как он там притаился, сидел, ждал, пока дверь мне закроют? Хитрец какой, эх. Так, ну и чё? Не могу почему-то посмотреть, куда мне дальше идти. Так, туда мне надо. Ну, на этот раз я, пожалуй, сохранюсь. Шаг в пустоту. Хм. Почему, интересно, глава так называется? Так, ну и что? Куда мне теперь?
на самый-самый верх, насколько я понимаю, да? О, ну вроде недалеко. О, это на следующую главу переход. Окей. Я думаю, сколько здесь глав? Ну, штук, наверное, 10-12. Думаю, 10 или 11. Может, 12. Кто их знает? Чё по патронам? Сука, я патроны проверяю. Не лезь ко мне, когда я проверяю патроны, говноед вонючий. Ты умрешь в мучениях. У меня с кнопком... У меня кнопка заела. Он, видите, всегда теперь показывает этот. Я не могу. Я... У меня кнопка заела. Блядь, чё делать? Кнопка! Кнопка заела. Я не жму правую кнопку мыши. Может, у меня мышка сломалась? Вот она, правая кнопка мыши. Щелкаю. Сука. Что мне теперь делать? Ну вот. Тап не работает. Ничего не работает. Бля, чувак. Так, надо проверить. Может, я мышку разъебашил свою. Подождите секунду. Нет, голова. Я прям как в тире. Может, надо сохраниться? Давайте сохранимся. Я не могу сохраниться, не работает ничего. Ладно, я проверю сейчас все. Так, ну в винте у меня определенно нормально работает. Мышка. Это чисто игра, короче, заглючила. Не знаю, что делать. Надо, наверное, выйти и переэтать. Но я не могу сохраниться, твою мать. А, сохранись, нет. Нет, не хочет. Ну что ж, пришлось перезапускать игру. Ну, не игру, а чисто загрузиться. Блять. Это для тебя была ловушка. А ты неблагодарный. Падла. Что-то не думал, что ловушки будут об меня же взрываться. Смотрите, какой красавчик. У тебя что, стояк, что ли? Нет? Ну ладно. Ой, я вспомнил. Тут же эти у нас, да? Мистеры. Чужие. И мистеры головы. Ебать, с каким он смешным звуком кричит. Суки, вы мне хп отняли дофига. Голова, ты-то мне хоть что-то скажешь. А что голова, кстати, делает? Тоже прыгает? В натуре. Голова тоже прыгает. И пни ее, пни ее. Нет, только детей пинает, видать. Ну вот, придется теперь хилиться из-за них. Голова, ох, хитрая голова. Раунд один. До сих пор не понимаю, что значит раунд один. Может, вы знаете, что значит раунд один? Ну, напишите мне. Я буду крайне признателен. Ну чё, ущерб или об, или ПЗРК, или СКР? Ну, думаю, то, что ущерб всё-таки будет как-то покруче. Подходящий узел? А, сначала об, по-любому, а потом уже ущерб. Ну, ладно. А оп, это что у нас объем, да? То есть я теперь 11 могу носить. Ну, это клево. А, 12 даже. Ничего себе, сразу плюс 2. Вот это ап, вот это в натуре имба. Сразу 12 патронов теперь могу носить. Всякие глисты тут летают. Че у меня по баблу? Так, 46, и можно продать еще полупроводник этот. Думаю, можно парочку купить. Так, вот, где ты, вот? Да где ж ты? А, это я купить, блин, я же продать собирался, вот. Так, модуль стазиса переместить. Батарея резака продать. Да и сам резак можно продать, нафиг он мне не нужен. Тут ничего нового, костюм 5 уровня мне еще не хотят давать, сволочи. Воздушного баллона у меня нету.
Но я думаю, он мне не сильно-то и понадобится. А, я же хотел купить пару этих. Так. Чего? Я забыл, что я хотел купить. Узлы. Купим узлов. Три штуки, думаю, хватит, чтобы 20 тысяч сверху было. На всякий случай, вдруг я по-быстрому найду костюм себе новый. Что вряд ли, конечно, потому что я только-только нашел себе этот. Но тем не менее. Так, улучшаем пушку. На ущербность ее. И на скорость. И на перезарядку. Думаю, а можно потом еще на ущербность. Потом еще на об. И потом еще на об. Много об. И моя пушка будет очень клевой. Хотя... Хотя, возможно, я ее больше вообще не буду улучшать. Никак. 12 мощных штуковин она теперь стреляет. Ей-богу, не помню это место. Ну, наверное, потому что я играл несколько дней назад. Да. Вот и конец главы. Ну что ж. Давайте следующую главу начнем. Шаг в пустоту завершено. Глава 8. Ну, давайте сохраним, чё. Мне не жалко. 5 часов 40 минут уже играем. Глава 8. Найти и спасти. Кого? Тёлку найти и спасти я должен. Типа, на негра забили. Или наоборот, негр сейчас объявится, его надо найти и спасти. Вот это будет поворот. Кто уже открыл все эти... Дела пошли на лад. У нас ответ с военного корабля USM Вейлор. Несмотря на помехи, они получили наш сигнал бедствия. Клёво. Правда, мы не можем ответить, пока не починим антенну. Я взломаю замки в рубку, а ты иди к пульту контроля передатчика. Ебать, что это? Где я? По-моему, это баг. А. Ебать. Ну и уродская камера же здесь, слушайте, карта. Из-за того, что она слишком длинная, она глючит. Я вот хер пойми, мне надо к сейву сейчас пройти. А где этот сейв? Ой. Я тебя отлично слышал, сука. Ой, так мы же тут были. Обнаружена опасная аномалия. Активирован режим карантина. Как обычно. Они как будто на толчке сидят. Так тужатся. Ну блин, они прям как... как ты... Ты как вообще перемещаешься? На одной ноге. Чё, до хера против физики, что ли, выступаешь? Вот что такое. Скилл. Это нечестно, когда на голову враги падают, блядь. Сколько можно говорить? Я против таких наглостей. Подожди, так ты же... Вы мои друзья. Почему вы так ведете себя? Давайте жить дружно. Не прокатило, да? Ну вот это истинный друг. Он... Сколько хп мне отнял, столько в аптечке мне и даст. Что, да где еще-то враги? Я слышу вас, но я не вижу вас. Вы же тоже слышите их? Все, что ли?
Моих самых нелюбимых оказалось меньше всего. Спасибо и на этом. Так, ну и чё, куда мне? В лифт? Окей. А, нет, подождите. Я тут два ящика видел, вот этих. Странно, что я их в тот раз не взял. Ну, бери. Карантин снят. Поехали? Блять. Куда? Хер знает. Вот хер пойми, на какой уровень мне нужно. Вот. На верхний, на самый. Там ресейв будет. Так. На уровень 3, я так понимаю. Мы сейчас на уровне 1 или 2. Дверь в рубку связи открыта. Но у меня странные всплески на передающей частоте. Думаю, нас подслушивают. Будь осторожен. У тебя странные всплески? Так, я не знаю, тампон ставь себе. Чтобы не было странных всплесков. Ой, как светло-то стало. Прям непривычно. Кажется, я тут был. Мы разве не отсюда пришли? Слушайте-ка. Такое ощущение, что я все это видел уже. Хотя странно, откуда здесь ящики с такими этими. Хуило, да сколько же у тебя хп? Блять, ты еще живой, что ли? Да ёб твою мать! Что-то это баг, по-моему, я... Я прекрасно знаю, что он у меня с меньшего количества выстрелов сдыхал. Теперь придется из-за тебя все эти перед сейвом обшарить. Бля. Ну ёб твою мать, сколько их там. Ладно, не хочу я с ними связываться сейчас. В следующем летсплее мы с ними свяжемся. А пока, если вам понравилось видео, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, вступайте в группу ВКонтакте и советуйте друзьям. А с вами был Сет. До свидания.